Привет, друг! Теперь каждую пятницу в 20:00 по Москве на нашем канале будет проходить стрим. А также каждую субботу в 19:00 игра с подписчиками на камеру. И ты тоже можешь принять в ней участие. Достаточно просто перейти по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте и написать мне, что хочешь тоже играть с нами. А также не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Погнали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Под предыдущим видео по Хисторику вы говорили мне: Дима, давай свой монорэд. Вот два коммента. Давайте же сегодня будем тестить монорэд в формате Хисторик. Не просто монорэд, а монорэд Бурн. А где он у меня? Вот он, Хисторик Бурн. Чё ж я тут наколдовал-то, ребятки? Чё я тут наколдовал? Итак, во-первых, это пачка визардов. Это гид убегущий по лаве, да, за одну ману 1-2. Когда у нас на грейве есть 2 или больше инстанта или сорцери, он получает плюс 1, плюс 0 и имеет ускорение. А дальше у нас тут есть вершина пиромант, это тоже визард, за 2 маны 2-1. Когда он выходит на поле битвы, он носит 2 повреждения целому игроку или плейнсволкеру. У нас тут есть маг подмастерья Гиту за 3 маны 3-2. Когда выходит на поле битвы, если под нашим контролем есть другой визард, он наносит 2 повреждения каждому оппоненту. Собственно, вот так вот. А тут у нас еще 3 фанатика поджигателя за 1 ману 1-1 с хастой. За тап жертву наносит повреждение любой цели. 3 шока, 3 удара грома, это наш бурн. 4 гиганта костекрушителя, который является одновременно и бурном, и кричит от ремонта 4-3, который, когда таргетится спел, наносит 2 повреждения игроку. 4 за 6 цену, естественно. 4 истребительных огня за 3 маны наносит 4 дамага в нашем случае в любую цель. 3 копии поразить критиков. 2 тибальта распутного подстрекателя за 3 маны плейнсволкер. С 5 лояльностями оппоненты не могут генить хиты. За минус 2 создает существо 1-1, которое, когда умирает, носит повреждения в любую цель. И 3 чародейских молнии. Вот такая дека. Ну, также у нас тут 4 замка имбиря, там всякие пожарные, да. Хотя можно было бы на самом деле 3. И одни гномьи копии. Вот так вот. На всякий тоже случай. Пусть и лежат. Ну что. По поводу сайдборда, да, тут есть сайдборд, но сегодня мы пользоваться не будем. У меня тут 2 драки из красных колпаков, которые носят 4 повреждения целому существу или плансволкеру. Если носят не красному, то мы жертвуем землю. 2 поджарги, которые носят неконтрящиеся 5 повреждений белому или синему существу или плансволкеру. 3 сбросивших цепи берсерка за 3 мана 1-1, защита белого. 3 спирой лавы, 3 щита лома эмберета за 2 маны 2-1, либо за 1 ману уничтожает целевой артефакт. И еще 2 тибальда против, потому что, ну, генлайфы сейчас. Сейчас вообще я вам скажу, что в этом формате повелевают ангелы. Они просто дико лютые. Ну да ладно, давайте попробуем сегодня сыграть бурном. Я хочу сыграть в исторической антологии, я еще ее не играл. Вот поэтому у меня вот такой вот интерес есть. Попробуем. Не факт, что у нас получится что-то этим монорэдом, потому что все-таки это монорэд. Он очень зависим от перехода, очень зависим от генлайфа оппонента, и вообще у нас тут каждый дэмэдж на счету, если честно. Но мы постараемся что-то с этим сделать. И да, ребятки, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставить комментарии. Достаточно, если честно, слабенькая рука стартовая, нет ни одного первого дропа. А, это нехорошо. Это нехорошо. Ну, давайте попробуем. Окей, рагдосовские кармашечки. Какие-то рагдосовские прямо. Окей. И ход. Так. Монорэд против монореда. Окей. Хорошо. И гигант сразу. Сразу убьем паровика. Ходи. Так. И гоблин цепихлыст. Окей.
Хорошо, договорились. Ну давайте, земля. Давайте. Пиромант. Дэмэдж. Молнией в гоблина. И ход. Он плох тем, что у него first strike. Не было бы у него first strike, было бы все намного, конечно, проще. Да, пиромант. И даже есть цену. Хорошо. Есть контакт. Итак. Что нам такое сделать? Давайте, во-первых, копии поставим. Во-вторых, в атаку сходим. Даже если мы разменяемся. А может не размениваться? Давайте атакующих объявим и убьем нафиг его. Дэмэдж. Далее. Давайте зажечь сцену. Ой, фанатик. Давайте фанатик. И ход. Гном. Забавный гном. В кишке идет. Да, конечно. Ай. Что, еще три меня? Ну давай. Мочкани. Да, конечно. Ну, мой ход. Так, замок. Ху, мы на самом деле сейчас можем очень овер до хрена дамага, да, внести оппоненту. А сколько? 3, 5, 7, да? Оппонент будет в 9. Он же еще шок. Хм. Давайте так и сделаем. И еще шок, чтобы его не просрать. Атака. Я понял, с 7. Ходи. Фанатик. Окей. Наверное, он выстрелит в пироманта, мне так кажется. А может, ни в кого не выстрелит. Давайте в атаку. Для начала. Угу. Ну и выстрелит в пироманта, видимо. Да? Ну да. Ну да. Окей. Дэмэдж. Шок сюда. Да, без проблем. Что, дэмэдж? Все еще дэмэдж? Не, не дэмэдж, да? Ну давайте гигант. Давайте тоже гигант. И ход. Что, есть что ответить? На такое. Есть, говорит оппонент. Лови молнию. Хорошая партия. На этом первая победа. Окей. Следующая игра. Давайте кипнем. Рука-то норм такая. Лучше, чем в прошлой партии. По крайней мере, мне так кажется. Окей. Лановарец, без Б. Че, нет лановарца? Порось. Хади. Окей, хорошо. Костя. Фанатик. Пороть. Грумгрули. Окей. Убить ли мне Грумгрули или нет? Теперь она такая опасненькая. Неприятненькая. Придется разменять, конечно,
две карточки на нее одну. Ну что поделать. Жизнь у нас такая тяжелая. Атака. Хади. Оу. Что за птица? Что за внезапная птица? Давайте гигант. Давайте гиту. И ход. Что, мне что будет, кроме птицы? Эмиссар. Хорошо. Добавил две маны. Засада. Во-первых, выходим на два. Сразу же. Ничего, понятно, не стал делать. Хм. Ну, ход пока. Ну, конечно, Феникс держит. У нас сильно мало бурна пришло. Всего три карты. И еще и чудище вообще великолепно. Ну, пас. Ну, придется, наверное, с чудищем меняться. Хотя, да, с чудищем надо будет меняться. А это в любом случае. Он же еще падла и блокирует. Ну, давай. Виашину пиромант. Давайте Виашину пироманта. Пока мы стоим, я понятно, нам ничего не говорит. Это может быть и хорошо, потому что с каждого бурна пришедшего мы будем просто в лицо его кидать. Ну, эльф, да, это эльф не угроза. Абсолютно. Мой ход. Вот еще пиромант. О, понятно, уже 10. У нас все еще 20. Ходи. Кто может как зайдем, зайдем. Ой. Ну ладно. Вот это хреново очень. Это хреново, конечно. Нам сейчас Тибальта. Но мы как-то что-то без Тибальта, да? Давайте, наверное, в атаку все. Угу. Угу. Дэмэдж. Да. Будем надеяться на, только на то, что там земли. Больше надеяться не на что. Минус блокер. Атака. Ну сейчас оппонент. Он вообще может сейчас до 8, да, себе сделать. С помощью кромлекса. Земля и. И ни хрена больше. Так. Давайте пока что в атаку. Не будем пока качать. Это зажечь цену за зрелище. Понятно, погинился. Давайте еще зажечь цену за зрелище. Прекрасно. Давайте еще зажечь сцену за зрелищ. Лови. Вот и все, вот и все. Давайте попробуем.
Конечно, снова нет первого дропа, под которого был. Yes, baby. Да, это сила. Итак. Ну что, ручка-то, в принципе, неплохая, да? Наверное. Наверное, стоит ее даже кипнуть. Кто первая? А, привет. Да. Конечно. Вот это хреново. Вот это наш самый худший матчап, который мы можем представить. Это просто ужас, а не матчап. Это хуже не бывает. Идеальный дроу просто. Атака. Хади. Если сколько? 25. 25 тебе надо, да? Хм. У тебя будет 24. А нет, меньше. Лови. Атака на 2. Хади. Это что такое? Атакует, получает одну жизнь. М-м-м. Хм. Ну давайте. Блин. Атака. Ничего не произошло. Давайте зажечь сцену. Давайте тут сюда. А этот давайте сюда. И ход. Лаешь. Че ты на меня лаешь вообще? Да еще, что ж такое-то? Сколько их? На, лови. Тимак под мастерье Гиту. Два дамага в лицо по ним. Атака. Где мои тибальты? Где мой тибальт? Еще страшно. Ладно. И ангел, блистатель, между прочим. Да вы задолбали меня своими ангелами. На молнию. На Гиту. Да, погенит один несчастный хит. Атака. Ходи. Сейчас у меня такое чувство, что какая бы хрень оппоненту не пришла, мы все равно выиграем. Да пожалуйста. Мы это... А, может не выиграем. Не, выиграем, по-любому. Ты зря это делаешь. Ты очень зря это делаешь, друг. Вот правда. Не ходи в атаку. Подумай, взвесь все за и против. Молодец. А, атака. Итак, есть контакт. Есть контакт. Спасибо за игру, друг. У тебя был хороший белый генлайф. Правда.
Alright. Ну, наверное, кипнем. Понятно, снова ходит перм. Да что ж такое? Мы сегодня первым не вообще ходить будем, нет? Давайте кип. Оу-е. Оу-е, бэйби. Оу-е. Оу, ноу, бэйби. Оу, ноу. Ладно, атака. Я, конечно, стебусь. Давайте, зажечься. Земли, yes. Земли, это хорошо. Так. Это интересно, четырехцветочка. Ну ладно. Ну да, грустно. А что делать? Так. Хм. Гиту. Шок оппоненту в лицо. Поразить критиков оппоненту в лицо. Явно он кричами особо не играет. Атака на 4. Ход. Пожертвуй майндстоун. А-а-а! Блин, ну ладно. Это все так грустно. Мы же его все равно потеряем, да? Ладно, ходи. Яичко. Ну, значит, что мы делаем? Ни хрена мы не делаем, да? Окей. Продолжаем разговор. Вешай на перман. В тебя. Поразить критиков в Такена. И ход. У него свистопляска стопов на руке. Да, все, 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 все. Ты меня прям убедил. Все. Законтрил, законтрил. Молодец. Вот же получилось этому Эсперу, да? Выиграть, ухудшить мне статистику. Если бы был Тибаль, было бы все проще, наверное. Так, ладненько. Нехер ныть. Че уж совсем какая-то медленная рука. Прямо очень медленная. Прямо очень-при-очень. Пробуем. С таким на топ-деке что-нибудь нормальное. Типа гиганты, как тебе крушите. Ой. Выбирай. Вообще, что хочешь. Выбирай, пожалуйста. Это босс Fires of Invention, 100 пудов. Прямо ногу даю. Да, гигант. Ушел. Жалко. А что делать? Ну и ход. А следующий ход Тибальта вот открыл. Поиски, да? Без проблем. Так. Давайте Тибальта. Ходи. Нормальная, говорит, карта. Fires of Invention. Нет. Мне надо сбросить карту, да? Ладно. Ну что, убьем? Наверное, убьем, да? Хотя можно было, наверное, не убивать, а просто ходить вот так у оппонента в лицо. Ну и ход. Ритуал сбросил? А, второй черный нету.
Ну, тиф нет, уже не будем трогать, пусть все ходят. Так, ладно. Что я хочу? Теперь я хочу удар грома, наверное, сыграть. На. Лови. Ты же зажечь сцену хочу. Есть контакт. Ну и давайте тогда поразить критиков, что ли. Компонент в 11. Давайте атака. Сейчас он будет в 9. И ходи. Или в Карнариум ушел. 6. Да, земля. Ну, 8, понятно, ладно. Что, атака в Тибальта? Да? Получилось. Давайте такой. Давайте атак. Вот и все. Ну что, друзья. Вот такое видео с вами получилось. Mono Red Burn в формате Historic. Мне дико понравился этот бурн. Я прямо кайфанул. А еще больше кайфанул то, что его сам придумал. Сам собрал в первый же день выхода формата. И это... Это тоже круто. Давайте, что я там, бустер выиграл, походу, да? Давайте его скроем напоследок. И я скажу свое последнее слово, так сказать. Ура, Фолиант Фантази, как я долго мечтал об этом. Ну что, ребятки, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Надеюсь, что видео вам понравилось, потому что мне было очень приятно для вас его записывать. С вами был Дима, МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и увидимся совсем скоро на этом самом канале.